Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, добрый день. Закончился подготовительный этап к началу большой работы. И сегодня мы даем старт началу этой большой работы. За последние почти 50 лет в стране подобных проектов не реализовывалось. Но, собственно говоря, такие проекты никогда не реализовывались ни в Советском Союзе, ни в России по такому масштабу, потому что сравнимый по масштабам завод подобного рода был построен в Советском Союзе, в Оренбурге, и он объемом 38 миллиардов переработки газа, здесь будет 42 миллиарда. И это очень мощный шаг не только в развитии отрасли, но и в развитии всего Дальнего Востока нашей страны. Здесь в пик нагрузки строительства будут работать несколько тысяч работающих, где-то под 25 тысяч после окончания строительства. 2,5–3 тысячи примерно работающих будет. И это даст возможность не только развивать газовую отрасль, но и создаст условия для строительства еще одного крупнейшего завода и в стране, и в мире, газохимического завода, где тоже будут работать десятки тысяч людей на строительстве, а потом большое количество людей при эксплуатации самого предприятия. Это даст возможность нам расширить газификацию, не только выполнить наши обязательства по экспорту, но даст возможность расширить газификацию Якутии, начать газификацию Амурской области. Здесь сегодня практически ноль. Все это большая масштабная работа, в которой вы принимайте участие. Я хочу вам пожелать успехов. Всего доброго, удачи. Уважаемый Владимир Владимирович, Амурский газоперерабатывающий завод является важным элементом восточной газовой программы. После ввода завода в эксплуатацию объем переработки газа составит 42 миллиарда кубометров газа и выход товарного газа 38 миллиардов кубометров. Этот завод станет крупнейшим газоперерабатывающим заводом России и вторым по объемам переработки заводом в мире. А то, что касается производства гелия, то это будет крупнейший завод по производству гелия в мире. Завод номер один. Также завод будет выпускать 2,5 миллиона тонн этана и 1,7 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов. Вот завода предусмотрен очередями. Это 6 технологических линий, каждая по 7 миллиардов кубических метров газа. Первая очередь, 2 технологические линии будут введены в мае 2021 года. Амурский газоперерабатывающий завод является неотъемлемым элементом технологической цепочки, которая и связывает наши добычные центры в Иркутской области, Кабыкинское месторождение, в Якутии Чендинское месторождение, через магистральный газопровод «Сила Сибири». И у нас на связи Якутия Чендинское месторождение. Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день, Алексей Борисович. Добрый день, Алексей Борисович. Докладывает генеральный директор компании «Газпром Добыча Ноябрьск» Игорь Викторович Крутиков. За моей спиной современная буровая. Такие установки сегодня используются для бурения газовых скважин на Чендинском месторождении. Сегодня мы идем с опережением графика проходки более чем на 20 тысяч метров. К этому моменту проборено 73 газовых и 8 нефтяных скважин. При выходе на проектную мощность на Чендинском месторождении планируется ежегодно добывать до 25 миллиардов кубометров газа и не менее 1,5 миллиона тонн нефти. В настоящее время активно ведется строительство производственных объектов, в том числе установки по подготовке нефти и комплексной подготовке газа. Сегодня на ЧНД трудится 5000 специалистов. Задействовано свыше 1000 единиц техники. Производственная деятельность ведется круглосуточно. Хочу вас заверить, что принятый темп работы послужит успешному решению государственной восточной газовой программы для обеспечения своевременных поставок потребителям. Спасибо за внимание.
У нас на связи участок строительства магистрального газопровода «Силы Сибири». Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Алексей Борисович. Докладывает генеральный директор «Газпром Трансгаз Томск» Титов Анатолий Иванович. Наше общество назначено заказчиком на строительство, а после ввода и на эксплуатацию магистрального газопровода «Силы Сибири». Сегодня на трассу доставлено 1640 километров трубы. Это соответствует 80%. Вся труба отечественных производителей. В работе задействовано более 8,5 тысяч работников и более 4 тысяч единиц различной техники. На сегодня сварено 1150 километров. Это 53% от общей протяженности. Сварочные работы ведутся с использованием современных сварочных комплексов автоматической сварки. Все работы, выполняемые, соответствуют всем требованиям экологии. Мы готовы справиться с задачей, поставленной перед нами по подаче газа на Амурский газоперерабатывающий завод и в Китай в декабре 2019 года. Доклад закончен. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, Чендинское месторождение, Кавыкинское месторождение, Амурский газоперерабатывающий завод, «Силы Сибири» – это неотъемлемые элементы восточной газовой программы, которая призвана создать единую систему добычи, транспорта и переработки газа, единую систему газоснабжения Восточной Сибири на Дальнем Востоке России. Стержнем этой системы является магистральный газопровод «Силы Сибири», который будет введен в эксплуатацию 20 декабря 2019 года. Примечательно отметить, что Амурский газоперерабатывающий завод стал важным фактором расширения нашего международного сотрудничества. И в качестве подрядчиков на строительство завода привлечены компании, партнеры из Китайской Народной Республики. Руководители этих компаний сегодня присутствуют на нашей церемонии. Я хочу их поприветствовать. Амурский газоперерабатывающий завод – это завод, который после его ввода обеспечит мощный импульс социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Восточной Сибири, обеспечит реализацию программы газификации в этих регионах. И я хочу пожелать всем строителям, всем сотрудникам наших компаний успехов в реализации этого проекта. Уже выполнена большая подготовительная работа по началу строительства основного производства. И, уважаемый Владимир Ильич, я прошу дать команду на начало укладки бетона первого фундамента Амурского газоперерабатывающего завода. Вперед! Укладка бетона первого фундамента Амурского газоперерабатывающего завода началась. Поздравляю вас. Удачи вам. Всего хорошего.